Покажи, как ты ищешь его. Почему искать? Всем привет. С вами канал Артмания. Слушай, а вон там он, паук, что ли, какой-то висит. Или что это такое? Короче, представляете, пришел Федя Петрович. Федор Петрович. Господи, как его? Федя, короче. Федя. Уж. И съел часть головастиков наших. Они, бедные, все прячутся там. Ну, да, меньше стало, гораздо меньше. Когда мы приехали, их прям было очень много. Где-нибудь, наверное. Он сейчас в теньке, наверное, лежит и отдыхает. Под этим, под лопухами. А может, нас попыталось. Ну, пойдем. Вообще, и Женька даже не спас их. От ужа. Всегда лягушек спасал, а в этом году ты не спас. Лягушки, они сами себя постоят. Ну, а это малыши, головастики, маленькие малыши. Ой, кто это? А уж тоже куст хочет, что ж. Уйдет. На кинель там полно еды. Мы купили в магазине холодильник Индезит. Чем сильнее ногой ударишь, а тем лучше холодит. Видишь, молодец. Женька стишок сочинил уже. Пока тут сидел, мороженку свое лопал. Да? Снова всем привет. Ездим мы в Отрадный, наконец-то. В своей кофточке новой. Кроссовки. Кроссовки видно? Где? А вот они, кроссовки. В белоснежных кроссовках я выезжаю. И сейчас мы пойдем сначала до охранников. А от охранников давай на машине. Я беру коврик, а то буду. И, конечно же, со своей сумочкой. Рюкзачком. Женька тоже нарядился. Пойдем гулять, шопингом заниматься. По городу гулять пойдем. Вернее, я пойду. А Женька, куда пойдешь? Парк. Парк? А, ты в парк? Ты не в этот? Ты это взял? Как их там? Маски? Вот тут они. Там точно? Смотри. Тебя не пустят в парк без маски. Что, видишь, несколько штук. Ну хорошо. Песок прибило. Я думала, сейчас перепачкаю свои кроссовки белоснежные. Конечно, когда-нибудь они станут серыми, грязными. Но пока нормально. Это на щель, кстати, похож. Сейчас Женька выбросит мусор. И мы будем ловить машину, чтобы уехать в Отрадный. А? Дождик, я и говорю, пыль прибила. Я боялась, что будет грязь, кроссовки запачкаю. Или наоборот, сильная пыль. Хочется, чтобы они чистые побыли. Подольше. Отрадный город маленький. И приезжаешь туда, вся такая нарядная. А люди там уже как своя какая-то особенная мода. Ну, продают все товары. Они их покупают, какие продают. А в Самаре все-таки как-то получше. Но больше разнообразия. Вот хочется приехать. Народ посмотрит. Удивится, скажет, где они так успевают покупать в карантин одежду? Там какая ямка. Красиво. Шалфейки растут маленькие. Женька не хочет гулять по полям. Раньше гуляли, а сейчас все, нагулялся. А меня по полям тянет. Ну гуляли, когда прохладно. Да конечно. Рассказывай мне, когда что было. Там прям впадинка. Короче, доехали мы до Отрадного. Чуть-чуть меня укачало. Подобрали нас бабушка с дедушкой. Деньги не взяли, 100 рублей. Отказались. Ну, я так и знала, что они откажутся, скорее всего.
Вот, иду я по отрадному. Фу. Жарко в своем новом образе. Свой новый лук. Конечно, девчонки все смотрят. Всем любопытно. Хорошо, еще хоть темные очки есть. Не видишь половины. Тут он что-то дети, автобусы. Много автобусов, что-то не поняла я, куда всех привезли. Вроде тут школы нет, музея нет. Не поняла я. Много вон. Короче, гуляем. Идем сейчас мы вот в Гранд. В Экспресс я зайду сейчас туда. И дальше. Цветочки какие. И тут памятник. Магазин Гранит. Господи, почему я Грант его называю все время? Это была в Экспресс, чуть-чуть поснимала вам. Не особо. О, у меня приблизили, оказывается. Тут я смотрю, все близко так. Затянуло все облаками. Короче, сейчас я вспомнила, что, оказывается, здесь еще магазин Светофор открылся. Короче, у меня такие кошмарные провалы в памяти, я не знаю. Из-за того, что я давно не отдыхала, прям вообще просто... Просто вспоминаю частями. Просто частями вспоминаю, что где находится. Пошла я еще не по той дороге. Надо было идти через парк, а я забыла, что надо идти там. Там красивее было бы. Есть на что посмотреть. Лужайка какая, смотрите, там розовенькие цветочки, какие красивые. Мимо пройти не смогла. Здесь, по-моему, петунии, что ли, не помню. Здесь тоже. Трава такая высушенная в Отрадном. В Самаре как-то по-другому. Отрадный вроде не находится в Самарской области. Ощущение, как будто он находится в Казахстане. Где трава высушенная, поля тоже высушенные какие-то. В Самаре все-таки как-то трава газонная, она позеленее. Или просто трава позеленее. А тут всегда так. Хотя, в принципе, не так далеко. На электричке 2 часа. Смотрите, дом какой красивый. Это новые дома построили. Ну, как новые, они уже 5 лет стоят. Красивые какие. Здесь тоже, смотрите. Хотя нет. Хотя да, наверное, будет около 5 лет. Плюс-минус. Нет, скорее минус. Вот этот вот точно недавно, а вот тот, не знаю. Смотрите, какие лоджии суперские, красивые какие. Вот дом так дом, красивый. Так, я все иду, пытаюсь вспомнить, где находится светофор. Короче, мне осталось на все про все час. Наверное, с мелочью. Ну и тут, в принципе, магазины рядом. Я хочу зайти в Сархан.
выбрать себе штаны, хочу я. Такие спортивные, такие красивые, чтобы на улице можно было одевать. И маечки. Вот с Арханом отличается то, что там множество маечек разных. И они все очень дешево стоят. Этим мне очень нравится. Еще фикс-прайс один, атмосфера, магнит, возможно. Хотя, не знаю, там просто погулять скорее. Наверное, я подозреваю, что в ту сторону идти надо. Мне кажется, там светофор находится. Гуляли чуть-чуть, магазинчики обошли. Женька здесь. Не так много купили, но я попозже обзор покажу чуть-чуть. Собрать мусор удалось. Молодец, спасибо. Вот. Ну, своим подписчикам уже и показывай. Угу, всем прям интересно. Думаешь, змей смотреть. Все уже, что ли, видели?